произведение Евгения Шварцева «Первоклассница». Маруся входит в класс, вид у нее очень важный и солидный. Под мышкой книга, драгоценный маме подарок. Девочки радостно бросаются ей навстречу. Верочка первая торопится рассказать важную новость. «Маруся!» – кричит она. «Смотри, у нас новенькая». Она болела, а теперь к нам пришла. Маруся видит, на платье сидит незнакомая худенькая стриженная девочка. Озирается и молчит. «Боится», – существенно сказала Верочка. «Как тебя зовут, девочка?» – спрашивает Маруся. «Ася», – отвечает новенькая робко. «Бояться не надо», – говорит Маруся, – «наставительно. Здесь твои подруги, никто тебя не обидит. Ты читать умеешь?» «Да», – отвечает девочка. «А писать?» «Умею». «Я вас догнала, вот». А Яся показывает девочкам свои тетради. «Смотри-ка», – говорит Маруся. «Правда, ты тебя научил». «Мама, погоди», – говорит Маруся. «А доска у вас дома была?» «Нет, значит, в доске ты не умеешь выходить». «Нет?» «Ага», – радуется Маруся. «Дома разве так научишься?» «Ну ничего, сейчас мы тебе все покажем». «А как здороваться с учителем знаешь?» «Нет». «Вот смотри, девочки, сядьте, я буду Анна Ивановна». Маруся вихрем вбегает в класс, затем входит не спеша, приветливо улыбаясь. Девочки встают, новенькая тоже. «Здравствуйте, девочки». «Садитесь», — говорит Маруся. «Ася, вставать надо тихо, грохот мешает заниматься другим». «Иди к доске, Ася, без шума, ровненько. Это не пустяк, приклассницы должны ровно ходить. Поняла?» «Ага», — говорит Ася. «Не ага, а да». Поправляет ее Маруся. «Первоклассницы должны правильно разговаривать». «А у тебя что такое?» – спрашивает Маруся, указывая на подбородок. «Борода», – говорит девочка. «Вот ты не знаешь. Подбородок. Надо знать. А это переносится. Правильно разговаривать надо». «А это лоб?» – спрашивает ошеломленная Ася. «Да, Ася, это лоб», – отвечает Маруся. «Но сейчас ты хочешь спросить что-нибудь, поднимай руку. Только пальцами не щелкай», – кричит Галя. «Тише, тише. Я объясняю», – говорит Маруся. «Да, пальцами не щелкай, Анна Ивановна». И так все уходит, она все видит. «Ой, сколько ей еще объяснять надо? А сейчас звонок. Провежливость не скажи», – кричат девочки наперебой. «Про то, что она теперь не одна. Что от наших двоек всей школе обидно. Что домой не уходила, пока звонок не перезвонит. Про угол живой природы, про экскурсии, про кружки скажи. Что ссориться нельзя».